Теперь мы разберем задание по английскому языку для третьего класса. Рабочая тетрадь к учебнику English 3, автор Кузовлев, Activity Book, Unit 2, Lesson 4, Page 18, Exercise number 1 and 2. Рабочая тетрадь, раздел 2, урок 2, страница 19, упражнения номер 1 и 2. Выполняйте задание по видео правильно, смотрите ссылку в описании. Разберем задание 1. Даже если вам нужно выполнить упражнение, только упражнение номер 2, то для его выполнения все равно необходимо сначала выполнить первое упражнение. Поэтому сначала разберем его. Какие вопросы можно было бы задать слоненку? Выберите вопросы из рамки, один вопрос лишний. У нас даны ответы к вопросам, указаны вопросы. И нам нужно подобрать правильные вопросы к этим ответам. Для этого нужно сначала перевести. Переведем вопросы. What do you like for dinner? Что ты любишь на ужин? What does the crocodile have for dinner? Что крокодил ест на ужин? Where do you live? Где ты живешь? What relatives have you got? Какие родственники у тебя есть? А теперь переведем ответы. In Africa, в Африке. I like bananas. Я люблю бананы. I have got a mother, a father, and many aunts and uncles. У меня есть мама, папа и много тетей и дядей. А теперь поставьте на паузу и подумайте, какой вопрос, куда нужно написать. Поставили? Well done. А теперь проверьте себя. Первый вопрос у нас получается. Where do you live? Где ты живешь? In Africa. В Африке. Второй вопрос. What do you like for dinner? Что ты любишь на ужин? I like bananas. Я люблю бананы. What relatives have you got? Какие родственники у тебя есть? I have got a mother, a father, and many aunts and uncles. У меня есть мама, папа, много тетей и дядей. И теперь мы подошли к выполнению второго задания, в котором сказано, что у вас остался один вопрос, который вы не использовали в задании номер один. Этот вопрос слоненок задает всем животным из сказки, и нужно перевести его. Я выделила этот вопрос зеленым. Давайте прочтем и переведем его. What does the crocodile have for dinner? Что крокодил ест на ужин? Вы отлично справились. Если у вас остались вопросы, пишите по ссылкам в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих записях. See you next lesson. Goodbye.